Всем привет! Добро пожаловать на этнографический канал. Сегодня мы с вами будем рассматривать следующую тему под названием «Геноцид в Руанде, за что хуту ополчились против тутси». Есть такая страна в Восточной Африке – Руанда. Вот кого спроси про нее, а что вы о ней знаете? Никто ничего толкового ответить не сможет. Ну, страна и страна. В Африке. Наверное, там все фигово. Фигово живут, голодают, помирают от жажды и от СПИДа. Африканцы. Что с них взять? Те, кто по информированию, вдруг вспомнят, что в этой стране был некогда геноцид. Одни чернокожие убивали других в больших количествах. А за что? Вот это уже сложнее. Ну, давайте-ка окунемся немножко в историю, чтобы заполнить сей информационный пробел. Издавна на территории нынешней Руанды проживали пигмеи по имени Тва. Кто там обитал до них, науке мало известно. Наверное, питекантропы какие-нибудь и прочие троглодиты. А тут случился 11 век, и из соседних стран приперлись в эти места племена хуту. Были они товарищи цивилизованные, можно даже сказать, что интеллигентные. Занимались и земледелием, и всякого рода другими умными вещами. Не то что пигмеи местные, дикари дикарями. Начали хуту все леса подряд вырубать, чтобы освободить место для своих агрономов. А всех пигмейчиков, стало быть, загнали куда подальше, в джунгли, где особо выращивать-то было и нечего. А пигмеям там хорошо, не трогают и ладно. Еду собирают с земли, охотятся на всяких крыс. Красота. А потом дела вроде устаканились, хуту успокоились, земли сколько надо набрали, оставили пигмеев в покое. Пигмеи, в свою очередь, тоже рады. Отвязались ироды длинноногие, слава тебе, Господи, и на том мерси. Но тут опять неожиданность. Приперлись откуда не ждали в Руанду новые гости – тутси. Эти самые тутси были кочевниками и, как любые кочевники, не сильно-то любили всякого рода земледельцев. Парни, они оказались горячие, мигом замутили в стране серьезный шухер, после которого подмяли под себя и хуту, и пигмеев. Потом вроде как на несколько веков все успокоилось. И хотя тутси с хуту старались не смешиваться, говорили они на одном языке, поклонялись одним богам, ели одинаковую пищу, жили мирно и все такое прочее. Практически идиллия. А тут новые гости, елки-моталки. То немцы, то бельгийцы, то французы всякие. Пришли эти белые люди в Руанду и давай местным напоминать. Так вы же вроде как два разных народа, да? Да как же вы друг друга терпите-то? Да вы такие же непохожие. Короче говоря, до того допровоцировали, что случилось страшное. В 1994 году к власти пришел президент из народа хуту. Он решил отомстить всем тутси за вековые унижения его типа коренного народа. Ага, коренного. Пигмеев-то никто и не спросил. И устроил этот новый президент народу тутси дикую Варфоломеевскую ночь. Точнее месяц, в результате которого погибло около миллиона человек, между прочим, сказать. А также дикое количество изнасиловано и, ну, поговаривают, что было съедено. Африка, знаете ли. И продолжалось это смертоубийство несколько лет, пока в 2000 году к власти в стране не пришел товарищ по фамилии Кагаме. Этот Кагаме сказал: «Ребята, ну давайте жить дружно, нет никаких хуту, нет никаких тутси, все мы руандийцы». Фиг поспоришь же, правда же? И что самое интересное, население согласилось с такой постановкой вопроса. Не все, конечно, и не сразу, но большинство. В настоящее время в Руанде запрещено называть себя тутси и хуту. За это можно схлопотать смертную казнь прямо в самое тело. А что же пигмеи, спросите вы? Те, которые тва. А ничего, пигмеи так себе и живут в тех джунглях, к
к цивилизации не стремятся, больших людей опасаются. Им и так хорошо. Да и немного их, всего около 1% от населения страны. Кто там их считал вообще? Вот примерно таким образом развивался конфликт между Хуту и Тутси в Руанде в начале 90-х годов прошлого века. Надеюсь, вам понравилась история. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу.